Меня зовут Сюзанна Самойлова. Ну, мой папа написал на почту, ну, на Балтику почту, и написал то, что, то есть, мое желание поучаствовать в тренировке с вратарей и увидеть Мазана и выйти с ним, ну, на поле в матче. И вот спустя 2 месяца нам позвонили, сказали то, что приходить сюда. Ну, необычное ощущение, то, что на месте тренера, то есть стоишь, матч идет тут, весь стадион, то есть смотрит на поле и сюда тоже, то есть примерно меня.